две. Купить рядом. Нифига здесь, сука, диванов, мебельный салон. Паша, этот отрывок видео посвящен тебе. Чтобы преобразовать в российские рубли, умножаешь на 25 в среднем. А без нала будет дешевле. На 23 где-то надо умножать. В этих диванах можно заблудиться. Дедушка Мороз не подарит такой на Новый год. Сейчас я посмотрю, какой диван понравится мне, вот какой бы я купил, и переведу в рубли для себя, просто интересно. Вот кресло, еще прикольное такое. Что получается? На 25 умножить. 12 тысяч. Дорого это, нет? Я не спец по диванам, пишите, кто что думает. Мягенько так хорошо. 2000 рублей умножить на 25. Что, 50 тысяч что ли? И он получается размер раз по 90. Да ты что? Мне кажется, дорого полтинник. Полтинник за диван отдавать. А кухня сколько стоит? Такие белые, в версальском стиле. Джоконда люкс. 3500, короче, да? РФ, что ли? Импорт из России. Осторожно. Звери зачиняются. Так, 3500, не могу на 25 умножить. Короче, дорого. 1080-90 где-то. Там еще один этаж, что ли? Ну вот эта тема сколько будет стоить? 300? Еще 300, 600? 650 получается, и вот это 250, 900, вот за это все на этой стене будет стоить 900, порядка 22 тысяч где-то за это все. Фиг знает, дорого, недорого. Я скромно живу. Мебель вообще не покупаю. Кровать 800 рублей. Я так понимаю, это белорусская зарплата 800 рублей средняя. Прикинь, месяц работает на кровать. Что-то здесь не так.
Так, вот подешевле. Ладно, пошли, то у меня на фрукты не останется места. Фрукты, ягоды, что там еще зимой продают на Комаровке. В хостеле неудобно скидывать. Каждый раз компьютер доставать, там настраивать. Народу много, 8 человек в номере. Надо квартиру здесь снимать. Пишите, кто мне квартирку подкинет летом. Кто поселит блогера из России, который влюблен в Минск. Аккуратность и своевременную оплату и пригажусь, обещаю, пригажное поведение. Надоело мне в хостелах жить. Не то, что надоело, неудобно с компьютером видео заливать, редактировать. Народу много. Даже за розетки порой борьба идет. Нужна квартира. Что-то цены какие-то. Даже зарплата одна, да? Белорусская. А как, за квартиру еще платить надо, там что-то купить, поесть. Вот пол зарплаты. Это хорошая зарплата, если штукарь. В провинции по 700 и по 800 рублей зарплаты. Да. Паш, езди разгуляться, да тебе? Переноси свой бизнес сюда, в Минск. За таким столиком мы с тобой отметим твой новый магазин. Обойдется две зарплаты белорусских. 2 месяца поработал, и есть куда присесть. Название красивое, Джоконда. Стулья такие. А стулья почем? В смысле, это что, один стул? Или за набор? Боюсь показаться дебилом, но надо спросить, один стул столько стоит или набор стульев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сейчас спрошу. Здравствуйте, а можно узнать, там вот Джоконда набор? Стулья 676. Это один стульчик или набор стульев? Нет, один. Один? Да. Так это зарплата считай. Ну, да. Это мне надо 6 месяцев отработать, чтобы купить 6 стульчиков. А зачем вам тогда такие стульчики? Посмотрите, что-нибудь попроще. Да другие не нравятся. Ну, тогда придется поголодать. Зато будете сидеть на красивом. Сколько вся вот эта красота стоит? Пойдете, подойдем и покажете. Мне реально понравился набор этот. 6 стульев и 100. 100 – 1400, да? Наверное. Сейчас посмотрим. Да. Это не надо 2 года работать, да? Да. Да, стул будет, да. 676 за единичку. Так, у нас 6 стульев, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 100. 7 и 6 – 42. И там полторы. Где-то порядка 6000 рублей, да? А это все в наборе, да, идет? Или... Ну нет, можно и так покупать. Можно разбить, как вам, да? Надо, да. А так он гармонирует, да, с набором. Взять шкафчик и сразу. Кресло вот эти вот. Собирай. Он один, да? Может, на складе еще быть. Ладно, надо будет бюджет подбить чуть-чуть. Ну да. Спасибо, но это самое красивое здесь. Я не понял. Так, если зарплата штукарь, да, 3 зарплаты. Кресло. Ну а что всякое говно покупать? Если покупать, то хорошие вещи.
короче, надо искать работу хорошую. Да, друзья мои, хорошую работу. И будет вам счастье от Джоконды. Набор называется Джоконда, Made in China. Совсем не дешевая чайна, я хочу сказать. Пойдем все-таки поднимемся на второй этаж. Там, наверное, для тех, кто понимает, наверное, еще круче. Я боюсь представить, какие здесь цены. Мишель, Мабель, these are words that go together well. Да, друзья мои, красота требует жертв. Я бы сказал, самопожертвования. Когда бы я не катался бы по Беларуси, а копил бы деньги на такие вещи. Хочу везде импорт РФ. Чего не сами не делаю? Ренса, слушай, недорогой, да? Чуть меньше 3000. Но это реально красиво. Красивый шкафчик. Осторожно. Двери зачиняются. Наступная станция — Комаровский рынок. Как там, не садись свои сани, да? Дорого. Дорого, богато. Девушка Мороз, подари мне Джоконду на Новый год. Слышишь меня? На самом деле, друзья, все это не так страшно. Главное, что есть фрукты, ягоды и овощи круглый год. Без Джоконды можно обойтись, а без еды никак.